Привет всем зрителям моего канала, с вами Булкин и Щербинин, и даже Вовчик. И да. Сегодня у нас не обычная дуэль, а золотая. И кто ее смотрит, тот получает приз, главный приз. Автомобиль. Та-ра-ра-ра, вы были заблокированы за развод подписчиков. В общем, кто его смотрит, тот, мне кажется, лагает немножко. Нет. Что-то меня как-то отбрасывает. Меня тоже отбросило сейчас, не по-детски. Слушайте, а вас тут нету. Я против вас, это хорошо или плохо? Это плохо. Наташа. Ну что, издеваетесь, что ли? Вы где? Ты. Идиот. Как ты узнал, что я тут? Какая разница, как я узнал? Главное, что я узнал. Сейчас будет мясо. Не подсказывай только. Значит, вы оба на... Читак. Вот по-любому. Я последнее время защищу. Ребята, я вас люблю всех. И подписчиков, и не подписчиков. Ваш контент заблокирован за любовь подписчиков. Ничего нельзя, короче, нельзя общаться с подписчиками. Щербинин своих атакует, дебил. Ой, я хочу сказать, я тебя люблю. У нас, кстати, теперь мы не обзываем друг друга, точнее стараемся, по крайней мере, потому что мы добрые люди. Ты... Ты охренел, что ли, 30 хп? Здорово, ребят. А чё ты в бочку-то врос? Кто смотрит контроль до сих пор, ставим пальцы. Я так всех проверяю, потому что реально контроль никто не смотрит, как и в FIFA. Ты затрала. Интересно, сейчас. Что он? Он мне хп сносит. Кто заметил, что у нас поменялись аватарки? Не надо, слышишь, Вованчик? Люби Щербинин таким, как он. Есть. Блять. Я в эту врезался. Колонну. Вовчик, не убьёшь, я тебя убью. А-а-а, не надо. Да ну вас, пизду. Угу. Бомбу, не надо. Угу. Ты чё, бомбу составил? Вы чё, сдурели, что ли? И вот ты чё надел? Вот заметьте, он мне поставил хэд через дверь. Как ты это сделал? Вань, я не хочу обижать тебя, но по-моему ты... Волчара, не надо. Молчара? У кого волчара, друзья? Вы чё? У меня нет друзей. Господи, Вован, почему ты всех подавлял? Это не мой. У меня нет такого. Это последнее время я тащу чуть-чуть совсем. Саня, это, кстати, от тебя бомба заходит. Я давно это заметил. От меня заходит. Саня, хватит меня простреливать. Гонишь же. Угу. Да унидзе. Да ладно. Неужели? Это было слишком. Сань, сколько тебе хп оставил? А? Сколько тебе хп оставил? А, 74. Я на Activision купил. Волчара. А, его нету. Волчара. Ладно, сиди, сиди. Что он сказал? Не знаю. Не кажется ли, знаете ли, это подло? Вась. Что именно, я не скажу. Просто подло. Просто упорно. Ты ужасный человек. Я упоротый человек. Кто играет с наушниками, тот... Царь. Чё? Я попал? Да, еще как. Тихо. Ненавижу эту игру. Почему? Ух ты, сука! Ой, в смысле, прости. Я хотел сказать, что ты очень злой был сегодня. Я говорю, бан тебе. Пацан заблокирован. Ну что, Щербинин, постараемся для Саши. РС? Работает? Нет. А, Щербинин, позор. 0-4. Ай. Хитр. Угу, он там. Подожди, а кто гранату кидал? А, тьфу ты вас. Тьфу, блядь. Просто вовремя. Чё? Я обезвреживаю бомбу.
что? Уже поставил? Щербинин, мне нужен твой калаш. Поняли, я тащил. Вот этого сейчас вообще не ожидал. Придурки, стой, зачем вы это делаете? Он на Б. Я знаю. Справа сейчас, прям. Он дебил. Кто он? Он тебя пытается в ангаре высидеть. В каком ангаре? Ну где ты все время сидишь, он на той базе бомбу не плантит, выбегает обратно. Куда он идет, алло? Ты чем ты спойлеришь? Не надо. Вот он, сейчас будет, сейчас будет. Выходи. Тихо. Оба отвернулись, идет что ли? Аккуратно. Зачем ты мониторишь, Щербинь? Так а что он меня убивает? Ну согласен, справедливо, но все-таки. Собака. Пошел в жопу. Вы что, издеваетесь, что ли? Хорош, а? Это не борьба, это борьба. Он справа. Убить вас или что, я не понимаю? Какой справа, какой слева? Кто это сказал? Не надо такого. Волчара. Волчару, кстати, не слышно, он хорошо. Саня? Не туда, Саня. Заткнись, пожалуйста. Давай, Щербинин, давай. Это твой шанс. Шесть хп. Вот да, попка мягкая. Да. Давайте нормально, пожалуйста, ребят. Сделай мне больно, чтоб было я довольна. Ваш аккаунт заблокирован за исполнение, да? Музыкальных произведений Чайковского. У кого глюки по утрам, тот ездит на Порше с утра. У кого глюки по утрам, тот ездит на Порше с утра, вы поняли, да? Какая рифма, какой звездочет. Знаешь, как говорил мой дед, рифма хуиф. Ну, это и не попал ни разу. Мне я Греб так смотрит, там еще написано отпущение совершил. Совершил отпущение. В вашем контейнере содержался русский герой русского рока. Короче, я не понимаю, что сейчас происходит, вы поняли, да? То есть я начинаю хорошо, окончаю за упокой. Ну, в принципе. Ты босс. На. Нет! Пидурок. 35 хп у Саши. И в нем мэлэ. Вот читер. Как так? Короче так. Красавчик. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Играем до 15, насколько понимаю. В нашу пользу. То есть у меня там будет 30-15, и все равно, значит, вы выиграете, да? Я так понимаю вас, господа. Или я что-то не путаю, путаю. Че, услышал, что ли? Я же специально пытался. Нет, подожди. Я просто. Нет, я сейчас умер для красивого кадра. Ребята пишут тайм-код и ставят лайк, кто еще не поставил, кто вообще да, смотрит это. У нас тут лайки не упрашивают. Кто до этого момента ставил. Аркан был заблокирован, запрошил. Щербин, ты реально слышал меня или что? Нет. Я просто увидел. Я специально просто. Я тебя увидел случайно. Умри. Красиво упал, Фрейрок. Ой, Щербинин, блин, ой, Щербинин, ой, козёл. Ты мне тут не Щерби. Не. Кто? Ты вообще иди вон отсюда. Сестра твоя. Обожаю животных. Сестру свою? Нет. Евгений, в смысле этот, Щербининус. Петросян. Я вас люблю, я хочу быть с вами, можно встретиться? Щербинин, у тебя не было денег на нормальное оружие? Могу ли я рассчитывать на встречу? Да. Да, можешь, пожалуйста. Лукин, ты глухой или тупой? А. Походу и то, и то. Давай, Вань, тащи! Вань, я тебя люблю! 6-6? Ну жесть вообще. Ну все, я сдулся. 6-6, Я сдулся. Попью-ка я Липтона. Сейчас. Саня, у тебя гамбургер остался, нет? В морозилке. Филео Фиш и двойной чизбургер, а что? Да хватит! Вы что там друг друга что ли тискаете? Бум! Потискаем мой этот. Потаскую.
Вы посмотрите, как у меня сейчас аим был. Он аимчик. Как? Ты подожди, стоп. У него кровавый вон лоб. Да иди ты. Лоб у тебя в штанах. Лоб. Ла-лай-лай. Лоб. Ала-ла, за-за-за-зайной. Бимэнжи, бимэнжи, это бимэн... Может, не надо? Я ж тебе... Полегче будь. Кто там стреляет? Мне нравится лоб. Ты идиоты, что ли? Саньго в следующем раунде ножи? Нет. 7-7. Слушай, мы идем впритык, вам до 15 надо тащить. Какие ножи? Вы что, совсем что-то сдурели? Вы не в зоне покупок, вы поняли, да? Кто одевает глушитель? Знаете, для чего обычно одевают? Котлет только живой? Да. Что-то я несчастный, я чувствую себя несчастным. Я раскаиваюсь перед тем, что я совершил. Но при этом я хочу принести все глубокие соболезнования тем, кто умер от моей пули. Потому что... Как так? Нет, блин, ты меня должен был с АВП убить. Ну, вы поняли, да? Ой, не жить вам, ребята. Ой, не жить вам. Чё? Понимал. Щербинин, хватит меня бить. Ты что, дуралеешь, что ли? Ясно. Я попадаю гранатой в него, но у него ХП не тратится, а он меня убивает. Ты понял, да? Нормально всё. Нормально всё. Настя, ну хватит мусорить. Так типа за этот. Сейчас не смотри, Саня. Саня, ты мне обещал сделать кое-что. Сосай? Ну это тоже можно. В честь дня рождения. В честь того, что ты козел такой. Если ты еще не подписался на канал. Как ты сделал, демон? Вообще без палева. Надо мне! Убью! Меня Самойлов убил. Стас? Пьеха. Я снайпер. В штанах у тебя. Стас, относись у меня счет лучше, чем твой. Ну, вот я как раз сейчас на него смотрю и думаю, на самом деле да. Не обсуждается и риска. Мама, купи мне штанину и позови Нину на днюху мне. А теперь, пожалуйста, объясните, как сходка Щербинина собирает больше народа, чем сходка в Питере? Потому что на Питере мы не делали в последнее время. Хэд сейчас будет. Раз. А летом? Два. Ну, летом, блин, сколько подписчиков-то было? На моем канале вообще 1010, наверное. Три. Какое 10 тысяч? Ты чё, не смеши маляшки. Щербин, ёксель-моксель, а? Сейчас на Б-бомбу забудем. The bomb has been planted. No. Ну чё, больные, что ли? Щербин, ты когда приезжаешь? В январе. И будет только рюмка водки на столе. Сказал Кован, бухнул бокал, открыл стакан, налил стакан. Я ненавижу Щербин, ты где? Нет, читаж. Я даже комментировать не хочу, можно? Нет. Скажи, что ты пидор. Все, я рискую. Так как это сейчас будет счет 9... А, уже 9-9. Я должен рискануть. Рискануть? Быть может, я хотел я сказать... Я иду за тобою! И потом... И потом... А потом... А потом... Вот так вот. Рисканул? Как так? Дигл Пауэр, малыш. Дигр Паул. Дигр Паул? Негр. А я здесь. О, какая у меня пушка сейчас. Вы даже не поверите. Я с этой морковкой не ходил, знаете сколько? Пару раунду. А почему морковка, кстати? Потому какой что... кости вступает? Алло, не понял. А я тоже так могу. Ща, во. Идиот? Откуда тебе? Я читак. Читак. Чей ак? Минусанули. Что, у меня доминирование над вами. Отличный счет, Щербинин. Хотя спасибо. Не лучше. А Костя это подписчик, да? Знаешь что, Саня? Что
что? Ха! Думал, наебать меня? Вы о чем, дорогуша? Ну что, дебил? Eagle Power. Да-да, я вижу. Тайм-кодик. Просто унизил. Унижение. Черпи, у тебя на весь экран не написано было так? Ой. Давай, давай, килм. Вы что, дураки, что ли? 2 хп. 41, 44. Ты туда, я сюда. Я, кстати, если честно, хотел начать простреливать до этого. Но... Смелости не хватило. Яйца остальные мои где? Они у меня. Щупина, ты прикинь, YouTube найдет контент, где я в старых сериях GTA-шек говорил, что мы хотим видеть птички наших подписчиков, подписчиц и... Вот, Щербинин, помоги! Пошел. Я бегу за тобою! А, как я его не увидел? Трофейный калаш. Трофейный калаш. 13-10? Слушайте, мы на грани. В смысле вы. У меня 13 звездочек, а у вас 5. А ты сложил, итого у нас 10. Че? Ты типа наркоман. Паша, в смысле, Щербинин. This was easy. Сколько хп-то? Придурок. Ой, в смысле, хороший мальчик. X-Ray, уйди, пожалуйста. X-Ray. Он сервак положил. Ты хоть знаешь, что такое X-Ray? Читы. Слушай, он не мешает. Уйди, пожалуйста. Уйди. X-Ray, уйди, пожалуйста. Будь геем. Ну, не Я пытаюсь вас все равно... Сейчас повалит меня. С парнем? Ты просто не знаешь количество моего хп. Ты уверен? Не спрашивай меня, как я на слепую это сделал. Все из X-Ray. Стоп, 13... Угу. Подписчик или нет? Заметь, мы не можем убить одного, убиваем двоих. Угу. Так вместе мы сила. Вместе? Что? Подожди, я читал! По игре даже нельзя гонять. Ну, это твои проблемы. Это подписчик был? Он подписался теперь. 13-13! Что?! Угу. Если я сейчас проиграю, я вам засуну свои очки в задницу. Заманчиво. Чёрт, я убиваю первый, да? Выбиваешь? Кого ты выбиваешь? Ты что, индюк? Как? У него 90 хп. Я знал просто. X-Ray включил, да. Он ушел уже, я его не могу включить. Ну все, ребят, решающий, либо вы еще. Ну сейчас очень опасно, на самом деле. Это очень опасная статья. Сосай, Масай, дружище. Это я люблю. Я знаю, что ты любитель. Смотрим. Кое-кто уже. Нет! Для косвенного. У него 47. Зачем? Ну кто просил? Он в своей коморке опять. Уходит из нее. Готовься. Рано. Не, рано. Не. Я победил! Победитос ля царитос! Всем спасибо!